Добрый вечер, дорогие друзья. Команда Савельева, у нас осталось немножко еще отдохнуть после соревнований. И вот этот вот процесс у нас длится уже чуть больше, чем полтора часа. Противостояние. Давайте понаблюдаем с вами, чем оно закончится. Что думаете, Павел? Я уже не думаю. Уже полтора часа ее пытаемся говорить. Хоть показаться. А так еще и не видели, да? Ну, чей-то бок мелькает, но непонятно. То, что это трофей, это однозначно. Карп, да. Но судя по части спины, которую было видно, весьма и весьма. Хотя бы поняли, кто рвал поводки. Но почему это происходит после соревнования? Уже прогресс пошел, уже два раза показался. Показалась спина. Тебе не флетом ловить на плетеночку два поводочек на храпом. Вот уже садочек воды нужно. Давайте. Ну что, давайте. Уже можно было взять. Не, ловить его бесполезно, потому что он его подвел. Любое резкое движение, он сделает рву. У него силы еще такие. Сдается. Так, только не под мосток. Это будет фиаско.
собрались рыбаки и рыбачки. Естественно, все смотрят и переживают, как перед пенальти нашей сборной. Поздравляем вас, Павел. Спасибо. И вас мы поздравляем. Вроде небольшой. И вас мы поздравляем не меньше. Вроде небольшой. А вот сколько весит у нас вот этот небольшой, мы узнаем чуть позже.